Так, и продолжение, друзья. Это же серия. Сейчас будем ждать, когда Австрия завершит свой марш. Здесь у нас что? Ну что, друзья, я тут что-то уж заигрался, так сказать. Долгожданное решение, которое я пытался сделать. Все пытался. Наконец-то выпытался. Первого корпуса, кстати, нет, поэтому этот корпус будет первым уже теперь. Изрядно потрепали нас... И британцы, и австрияки. А тут же у нас еще точно приехали. Ну, Австрия, выпадаю уже из войны. Пока мы тут, друзья, наблюдаем за этим кровопролитием в Европе, тут они пока решают свои дела. Так, поляцкое движение. Налоги сразу возымели свое действие. Флот начинаем наращивать. 22 место. Ну, теперь-то им точно. Явно не быть великими. Так, еще мы можем уменьшить налоги. Уменьшить... Так. Уменьшить... Пошлины. Австрия что-то все никак у нее, так сказать, не получается выйти из войны. Значит, надо полностью ждать, когда завершится война. Ну а пока будем наращивать потрепанные наши войска. Так, пехотинцев здесь и инженерчиков нам бы надо быть здесь. Австрия оккупирована практически полностью, практически на... Не практически, а на 90% уже все оккупировано русскими. Да, я так и знал, что вот с русскими лучше не шутить. С кем, но с русскими нет. Австрия давно должна была уже упасть из великих держав, потому что все она уже. Португалия. Португалия. Зачем им проход войск? Ну собирайте, коль нужен уж. Лихтенштейн предлагает военный союз. Кстати, нужны военные союзы. Так, здесь у нас, в принципе, все фабрики работают. Дании нужен проход войск. Нет.
Ради уважения к русским мы его не предоставим. Это у нас, кстати, да, африканский корпус, который я называл. Оп. А это у нас по счету какой там 10-й, 11-й. 9-го, по-моему, нет у нас корпуса. Сорок четвертое место. Ой, все, Австрия, давай, до свидания. Британцам нужен проход войск, откажем. Кстати, а сюда на циклады кто-нибудь мигрирует? Ну да, северные германцы, кстати, мигрируют. А поляки потихоньку превращаются в северных германцев. Там миг... Северогерманские социалисты восстали, ух ты. Ну кто ж там выигрывает-то? Проигрывают Италия и Россия, а выигрывает Австрия. Ну так, прошу прощения. Так, друзья, прошу прощения. Небольшие технические причины, так сказать. Ну, Австрия, выпадай уже. 42. Сколько вам там надо-то? О, еще много. За что хоть воюют-то, мне интересно. А, французы тут решили откусить от... А, они тут, смотрю, Италию решили нагнуть. Италию решили, значит, нагнуть. Ага, понятно. Пока мы там занимались присоединением... к нашей сфере влияния, так или иначе связаны с Германией государства. Они там решили, значит, захватить часть Италии. Бавария предлагает военный союз. Сейчас, конечно же, мы любезно согласимся. Любезненько. Займемся теперь промышленностью, кстати, вовсю. Ну давай, давай, давай уже, начинайте там кто-нибудь выигрывать, проигрывать, не знаю. Чтобы нам от этого было так или иначе теплее. У нас до какого, кстати, перемирия? До 96-го еще 2 года ждать. Так, объединяем корпус. А русские чего хотят? А, не русские, итальянцы хотят Богемии и Моравии. Нам бы невыгодно, конечно, чтобы распиливали Австрию. Кстати, теперь продолжаем исследование. Так...
Уменьшаем пошлины, кстати, можно уменьшить пошлины. Привет из Панамы. Ух ты. Панамский канал построили. Ну кто же ведь? Британцы, наверное. Британцы, британцы, везде вы свой нос суете. Ну, в этом мире, в этой игре. Ну, давайте, выигрывайте уже. Русские еще решили присоединить Словакию. Это будет вообще смех на палочке. Так сказать. Так, можно еще один корпус поднарастить, который раздолбили. Здесь у нас Зигмарингенский корпус. Зигмаринише корпус, пусть будет так. И создадим корпус, полностью состоящий из кавалерии, кстати, который, наверное, уже разбили. Так что поэтому... Кстати, можно вообще это все дело, ну, я имею в виду строительство фабрик, можно это вообще это все дело отдать... капиталистам, которые знают свою работу. Так. Давайте. Я пока отношения поулучшаю со всеми теми, с кем я не в ладах. С кем я не в ладах-то. С британцами в основном. Ну да. А, и греки еще тоже так недолюбливают нас. Баден. Важное научное открытие. Отлично. Дешевое железо. Оскорбление посла. Ну, там уже приняли решение. Ну давайте, там сколько там им надо-то? Все, на все Сардинии. Что тут у нас? А, восточный вопрос. Вот это, да, больной человек Европы, так сказать. Османская империя теряет статус великой державы, теперь ее называют больным человеком Европы. Национализм и бунты в провинциях империи, где основная масса населения не турки, промышленно отсталась от государств Западной Европы, заставляет многих полагать, что падение империи – это лишь вопрос времени. А притеснение христиан в Османском государстве привели к тому, что страна Российской империи объявила себя защитником и покровителем всех христиан на Востоке. Примем ли мы это вопиющее попрание суверенитета нашей империи? У нас есть дела поважнее. Скажу, а то не хочу и воевать. Так. Собираем. 12-й корпус по счету уже будет. 12-й корпус. Взаимозаменяемые детали изучили. Дальше двигатели высокого и низкого давления, по-моему, да, так он называется. Ага. Ну давайте там решайте уже, кто проигрывает, то выигрывает. Ой, ждать еще. Сфера влияния убрать. А, итальянцы засферили. Под шумок, так сказать.
Так. Здесь, кстати, на цикладах продолжаем пока развивать регион, в принципе, не прокачанный, не про, как сказать, не прохаванный еще регион с британцами. Можем повоевать. Сокото. Сокото-то зачем? А, они с французами воюют. Ну, мы так-то за, чтобы они от французов оборонялись. Южная Родезия. Что тут еще? Кстати, мы кому можем предоставить из наших маленьких сателлитов... Так, Судан, что тут, кто тут еще? Конфедерация, Бенин. Ну и, в принципе, там все. Конференция в Стамбуле. По Черногории. Да, мы, наверное, согласимся с большинством, дабы не идти против него. Австрия. 71-й Макарёк. Британцы тут, смотрю, все заселили, заселили. Ну не британцы, хотел сказать, оккупировали. Они заколонизировали уже все это дело. Аляску продали, кстати, друзья, смотрите, уже все официально продали. Ну, тут смотрю, американцы всем заправляют делом. Так, здесь у нас что, надо будет еще конницу поднарастить. Да, все. Ну, наконец-то завершили, но... Как раз... Начинаем засферивать. Все, и ждем. Буду, не знаю, пока о чем-нибудь рассказывать, что ли. Хотя о чем рассказывать? Хотя есть о чем, друзья. Смотрите на Сардинию, смотрите на северо-западную Италию. Забрали эти регионы, забрали просто-напросто, оставили такой вот анклавчик под названием Ницца у итальянцев здесь. А Франция решила экспансию устроить, конкретнейшую причем. Так. Берлин жемчужина. Прошу прощения, друзья. Берлин жемчужина страны. Довольно хороший ивент. Ну еще, кстати, надо бы понарастить армию, как я и хотел. Мы сделаем ее полностью из гвардейцев. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 и 30. Железная дорога, отличненько, отличненько. Австрия.
Швеция. Швеция, что им надо? С Норвегией повоевать? Уж извините, ладно, вы нам больше шведы не нужны. Нам вы нужны были только тогда, когда мы воевали с Австрией. И не более того. Так. Здесь у нас начинают появляться новые дивизии. Мы их объединим в один корпус. Это у нас будет уже по счету. Сейчас посмотрим. Так, первый корпус здесь, второй, третий, четвертый и пятый. У нас пятого нету, потому что его раздолбили. Пятый корпус будет. Просьба о проходе войск державы Великобритания. Что им все нужно? Они воюют против Сербии и Черногории. Ну, нет, пожалуй, извините. Так, здесь, в принципе, все культуру. Теперь можно на культуру, в принципе, дать приоритет. Что-то в минус доходы пошли. До 50%, значит, налоги увеличим. Все вполне, так сказать, решаемо. Там уже посмотрим, как дела будут обстоять. Добавим пошлин. Ну и давай, Австрия. Ну, все, наконец-то. Ну, наконец-то, друзья. 27 января 1898 года. Дата образования Германской империи. О, да. Друзья, надеюсь, что вы будете рады. Так, тоже сам рад видеть. Поэтому, друзья... На этом пока серию наконец-то я завершаю. Она будет покороче всех, наверное, потому что... Ну, потому что праздничная, так сказать. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал, рассказывайте о канале друзьям. Спасибо за просмотр, спасибо за внимание. Ну и до скорых встреч. Пока-пока. И да, друзья, как меня просили, я залью сохранение. Ссылка будет в описании.